чуть подуло. Да где там подуло? Что там подуло? 8:30 у нас. Доброе утро, дорогие друзья. Где там Лёшек мой? Я уже стоять. Доброго вам утречка. Ладно. 41. Ну это вот видите, только солнышко ушло с градусника. На солнышке нагрелся. А тут еще и стена нагрелась. Вот. Наверное. Да стена не такая горячая прям уж. Ну ладно. Так. Среда. Среда. Сегодня обещают нам последний день такой жаркий. Завтра уже будет чуть полегче. Почему на один? 29 завтра? А было же 27 стояло. О, боже мой. Ну, ладно, 29. Ладно. Это не 30. Это не 30, да. Ветра нет, вообще и не будет. Чуть-чуть, нет, чуть колышется вон. Кустик. Чуть колышется. Но это же не ветер. А мне там вчера в комментариях написали... Мы посмеялись с Лёшиком. Ой, Маруша, это не ваши огурцы. Ой. Да зачем же мне у кого-то брать огурцы, если они у меня у самой насажены? Ой, девчата, надо было ответить. Чудите, не что надо было ответить? И не ваши. И не ваши. Чудите без гармошки. Ну что, сейчас пойдем вместе собирать огурцы. Да. Нет, тогда у меня получилось 2 ведра, потому что это собрано было за 2 раза. Не за 2 раза, а за 1.5. За 1 раз ведро и маленькое ведерко, и еще потом маленькое ведерко собрала. Вот. Ну, пойдемте, а то жарко уже. А ты, Лешик, куда? Намылился. А? А? С кем ты будешь играть? С кем? Ты говоришь, пойдем собирать. Да я иду. А вот, со зрителями, которые пишут, что это не наши огурцы. Да ладно тебе. Не переставай. Пошли, пошли, пошли. Все. Ты мне пойдешь помогать? Чуть-чуть, пойдем. Да, ну пойдем. Давай. Ну, полей тогда этот, смородинку. Давай, ведерко освободи. Все такое бедное, бедные кустики, бедное все. Расцвел лилейник, вот у меня, видите, какой. Такой нежный-нежный. Сама нежность. Красивый. Ага. Да? Ага. И тот красивый тоже. Вот такой полный. Пошли. Ну пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли. А что ты делаешь? Будешь показывать? Конечно, а я же. Они напишут. Это не со своей грядки собираете. Не со своей грядки собираете, да. Да. Это не ваша грядка. Ой, кабачки, прут. Тыковка у меня уже какая. Гляньте. А цветет как красиво. Вот у нас огуречная грядка. И как вы думаете, что с нее нельзя собрать 1.5 ведра огурцов?
О, такой, брать на. Да, конечно, такие брать, Лёшик. Сейчас будем собирать. Ведро пустое. Лёшик, только сейчас я его ополосну, подожди. Не кидай. Надо было взять два ведра. Вот как я буду отсюда кидать сюда? Я пройду. Нет, такие огурчики самые. Почти ведро. Но они все малыши. Почти все малыши. Если бы еще немножко подросли, было бы как раз полтора ведра. Вот. Но не хочу ждать, пока они... Во, отсюда прям вижу. Вот видите, как проходим. Даже не один. Где? И вон еще. Ой, сейчас. А вот еще. Сейчас, мне кажется, еще раз пройди и еще найдешь 2, 3, 4 огурца. Так что, ребята, зачем нам брать у кого-то огурцы, если у нас самих столько их? И это еще не все. Это еще не все. Так, куда мы тут пошли расти вот это вот? О, какой красавчик. А! Что? Курей поснимать. Ну, пойдем поснимаем курей. А что там их снимать? А, ты им огурчики понес. Вот все крупные огурчики курочкам. Ой-ой-ой. Собирайте. Зови Педро всех. Да. Все склюют. Сейчас вот смотрят, что бы мы еще им дали. Лешек на почту пошел. Клюки.
Сейчас эти огурцы мало еще кто раздает. Сейчас вот первые пошли, стараются все закрыть сколько надо, вот заготовить. А потом уже будут раздавать. Потом и мы будем раздавать, я так чувствую. Было бы кому. У всех их полно. Это как кабачки. Ладно, пойду еще в тепличке соберу. Тыковки. А какие? Я не знаю, что за сорт у меня. Их было у меня много сортов. Не знаю. И там вот еще. Ладно. Пойдем собирать. Помидорчики. Вон, видите. А липучки теперь буду каждый год такие покупать. Вы видите, сколько там нацеплялось на них мошек? Офигеть! Ну, этот пускай еще плетется, растет. Вот вам ведро помидор. Ой, огурцов. Тут вот еще можно сорвать. Тут уже один кустик хорошо вот пошел. Эти два еще дохлые. Салат надо вырвать, курям отдать. Вон пошел уже. Так, где тут? Ну, этот пускай растет. Ладно, пускай эти растут, малыши. Вот так вот. Помидорчики уже вот наливаются, уже скоро покраснеют. Руккола у меня здесь взошла. Кинза вон взошла. А тут петрушка взошла. Вот. Петрушка у меня здесь будет зимой расти. Всю зиму буду с петрушкой. Так вот. Листья надо опять обрывать. Опять наросли. И космея. Красота. Там он будут уже семена. Будем собирать. А вон рудбекия вылезла. Видите? Вот кустик рудбекия. Вот. Цинния одна. Сеяла ряд. Одна только вылезла. Ну ладно. В общем, так вот, ребята. Опять есть работа. Так. Ладно, а сейчас надо съездить в город. А приеду с города, потом буду закрывать. Паука никак мы не отследим. Сидит там, как будто чувствует, что мы его хотим выселить. Собака бешеная. А нам, ребята, надо съездить в город. Надо съездить в город. Забыла штатив там. Штатив оставила, надо забрать. Рудбекия. Вот теперь вот кто мне там писал, видите разницу между рудбекией и гайлардией? Это рудбекия. А вот гайлардия. Вот. Поливать надо уже. Да,
Надо поливать. Сегодня вечерочком полью. Гортензия расцветает. Вот этот вот куст будет хорошо цвести. Вот. Не помню название. Можно порыться там в видео. Где-то я озвучивала, как они называются, эти кустики. Я их подписывала, но бумажки куда-то подевались. Вот эти липкие бумажки. Вот. Вот это вот фантом пошел. Но вижу, что цвести не будет в этом году. Подмерзли они. Ну хорошо пошел. Росточки такие классные. Нарежу потом, начеренкую. Насажаю. Вот здесь лилейник какой красивый, желтый. Вот эта вот штучка расцветает уже. Вот розочки. Клематис там цветет вон. Ой, что? Запах. А? Запах. А запах, да, обалдевающий. Просто вчера вечером вот окно открыто. Вот здесь вот у нас в доме прям пахнет флоксами. Прям дома помрачение. Как пахнет. Там надо грядку уже чистить. Не грядку, а клумбу. Но в такую жару не хочу. Пускай зарастает. Ничего и не будет. Вот. Спадет температура, потом будем все делать. Пока нет. Не хочу. Нафиг вот, надо. Везде написали, что пенсионерам. О! О! А муха вот эта, которая вчера на тебе сидела. А, большая. Деревья, ага. Муха. Муха. ЦЦ. Вот она. Ой, кто-то у меня тут. Не убью я ее. Да нафиг она тебе надо. Леша, пускай сидит. Ну, пускай жужжит. О, ветерок. Ветерок подул. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Ванила тоже не цветет. Не цветет. Такой цветонос красивый. Ну ничего. Подмерзли они. А ванила вообще сломалась под корень. Хорошо, что так пошла. Вот. Девочки! Где вы, девочки? Одна тут вон бегает, одна вон там бегает. Все по своим делам. Топ-топ-топ-топ. Фух. Написали же везде, что отменили пенсионерам налоговый сбор. А, вот этот, да? Ну. А, ну нет, не отменили. Почта России решает сама, отменять или нет. Понятно. А чтоб тебе налоговый сбор не платить. Надо собрать кучу бумаг. Бедный, несчастный. Понятно. Несчастный. Ну, как обычно у нас, трубят во все трубы, да, а на самом деле, блин, там 100... столько всего надо, что... И тебе 100 рублей с ними. Угу. Ты больше зовёшь. Угу. Так, молочко, наверное, едет. Нет? Ага. Игорь привез молочко. Давай, иди забирай. Давай. Молочко. Ну вот все, можно спокойно теперь ехать в город. Вот. Ой, кто там? Кто там? Кто там? Ну, а ну разберись, разберись. А ну-ка, разберитесь.
Молочко. Молочко. Холодненько. Ай. Я сейчас не подогреваю. Так. Пошли, послужи. Ну, пускай, пускай, погавкает. На пряники заслужи. Пойдемте, девки. Лиля, пойдем. Идемте домой, давайте. Хватит. Побегали, дела свои поделали. Лилюша, пойдем, Лиля, Лиля, пойдем. Ну-ка, ну-ка, давай, 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 давай. Давай, 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 топтышка. Как качанчик. Моя девочка. Фух, все, пойдем собираться, поедем в город. В городе у нас дела, по делам едем. Ну, надо подкупить все равно. Мне надо душистый перчик купить. Ой, только что ж думала, что-то мне еще надо. Вот все, сразу только вспомнила, сразу надо записывать. Потому что уже забыла. Топ-топ-топ-топ. Но на террасу еще запрыгивает. Жара, да, жара. Две попы. Тын-тын-тын-тын. Фух. Как у нас темно и прохладно пока что еще. Пока что прохладно. Лешек оплатил платежки. Сколько заплатил Лешек? 200. 200? Ну, 100 поборы. А, 100 поборы? 200. Да вот они. Так, это у нас что? Электроэнергия. 1079. Вроде лето, вроде свет не жжем, да? А блин, капец. Так, это у нас свет. Не, свет, это газ. 355. Мотор работает, не забывай. Ну да, мотор работает. Откачивает. И вода 473. И мусор 71 рубль. За двоих мы платим. Вот так. Хотя у нас здесь никто не прописан. Вот, но платим за двоих, потому что мы здесь живем. Вот так. Все, упала девочка. Все. Девчуля. Ой, как мне нравится, вот что виноградик вот так свисает с окошка. Так классно. И здесь тоже вот уже с этой стороны. А тут окно постоянно открыто. Всю ночь. О, Лёшик, надо мне подвязать вот эту пальму мою. А то она уже выросла тяжелая и наклоняется. Забыла, как она. Драцена, драцена. Драцена. Немножко. И пальмочку тоже. Жара такая. Так. Хотите, на вас побрызгаю? Такая жара, ой, я бы хотела, да. А я все, ребята, никак не повешу. Нет у меня сил на эту занавеску повесить. Вот так и стоит. Никак не соберусь. Производительность ноль. Ноль. Ну, надо повесить. Юрик сейчас приедет с Надюшкой. Тут, наверное, будут спать. Я переберусь пока туда, на свое место.
О. Да, Лилюшка, два ушка. Фух. Заехала? Да. От всей души, Лёшек. Зато из багажника было все хорошо доставать. Сегодня Лёшек поведет. Я не могу, мне жарко. Я как лягушка вареная. Как говорят, вот если лягушку бросить в холодную воду, нет, в горячую, вот кипяток, она сварится. А если посадить в холодную, постепенно нагревать, она выдержит почти до кипятка. Вот. Так и мы тоже. Постепенно-постепенно нас в такую температуру привыкаем. А что делать? Куда деваться? На, Лёшек, поставь там мою водичку. Фух. А я, ребята, надела свое платье. Не хочу его дома таскать. Мне жалко его. Оно такое классное. Такое прям летнее, освежающее. Ой, как тебе в кепке не жарко? Я сегодня закрываю ворота. Все, поехали мы. Надо смазать ремень. Свистит. Ёжик. Поехали. Бак у нас новый, да? Я показывала. Ой. Фух. Поехали мы. У нас есть кондиционер тут, но он не заправленный. Заправленный. Заправленный? Но так надо его включить. Но он не рабочий. Не рабочий? Не знаю. Работал же. Работал. Ну, мы просто не пробовали. После заправки не работает. После заправки не работает? Блин, тоже вот так заправил. Ладно, поехали мы, ребята, в город. В автосервис. Фух, приехали. Пришлось два раза ездить в город, но мы ездили по делам, там документы надо было, они все взяли. Вот. Фух. Приехали, побросали все. Сейчас посмотрим, что купили. Вы знаете, как легко в этом платьице. Вот так тут у меня еще в этом покупочке. Так, и документик. Так легко, так хорошо в нем вообще. Я его даже не чувствую на себе. Да? Какой у нас кондиционер, скажи. Какой кондиционер? Придумал. А, в машине кондиционер. Включили вот где обогреватель, только на продувку из этого, с улицы. И на ноги. И на ноги. Не, с утра туда ехали, было хорошо, так хорошо, прохладненько. А сейчас уже ехали, уже все, уже жара. Вот. Вот, так. Все, сделали дело. Сделали дело. Ну что, сейчас покажу, что купили. Надо мне еще эти огурчики убрать отсюда. Эти уберу. А тут у меня уже замоченные. Вот, ну там баночки есть. Здесь мелочь, мелочевка. Вот, которую я утром собрала в баночки. В маленькие баночки. А уже 12. А уже 12. Вот так.